Ассаламу алейкум, всех приветствую, друзья. Хочу дать небольшую информацию. Сейчас со мной связался человек, который едет с Европы, с семьей они едут. Вернее, они уже приехали в Турцию, они. Сам он с Дагестана. Дагестан, ассаламу алейкум всем. Значит, тема такая. Говорит, Султан, когда мы, говорит, проезжали Словению, ну, когда Словению проезжаешь, говорит, там сверху пишется «Винета». Наверху просто «Винета» пишется. Если бы я даже там был на его месте, я бы тоже проехал бы. Значит, после того, как вы проезжаете, смысл в том, что нужно остановиться, и там есть место, где покупаешь проездной, да, этот 15 евро стоит. Вот. Если этого не сделать, вы просто проедете, на той стороне уже штрафуют на 300 евро. Вот он с семьей ехал, их оштрафовали. Ну, говорит, там поторговались, типа, 50% типа скидка, 165 евро он опять же заплатил, вот. И сейчас вот скинул мне, поделился со мной. За что тебе, Саул, брат, от души, короче. Иншаллах, многим поможем мы. Так что, друзья, если увидели слово «Винета» пишется, останавливайте машину и, как сказать, идите, берите талон. Талон там, короче, выдается, при выезде вы оплачиваете 15 евро. Вот. Чтобы не попасться, не развели, чтобы тоже это развод такой, да, если можно сказать. В некоторых местах, говорит, есть там шлангбаум, как бы ты останавливаешься. Вот, а здесь ничего, дорога открыта, просто ты едешь, не зная. Ну, многие ведь не знают. Так что делитесь со всеми, пусть не попадают люди на деньги. А тебе, брат, отдельный такой, знаешь, Саул, короче, на связи. Ассаламу алейкум.